Всем привет! Сегодня у нас будет обзор и прокачка рыцаря среднего героя на 12.12. Вот такой у нас рыцарь. В принципе, его качать дальше смысла не вижу. Все равно я его солью. Так, какая особенность героя? Давайте посмотрим статы. Атака 8900, ну там немножко больше будет. Так, давайте рунами поставим ремочку сразу. Вот так вот он выглядит. 89 тысяч жизни. Ну, как-то очень маловато. Герой старенький. Какая особенность? Наносит 330% урона трем случайным целям в радиусе действия, вергая их кому на 3 секунды. Рунами ремочка, артефактами давайте поставим ему. Топорик поставим. Питомцем поставим. Давайте джели пусть будет. Поехали, попробуем на ком-то его потестить. Но я не уверен, что мы хоть на ком-то сможем это сделать сейчас. Даже ему поставим слона. Даже ударить толком не может. Ужас просто. Так, ну-ка. Ну тут тоже мы ничего не сделаем. Сейчас надо только с магией бить, чтобы увидеть. Хотя, в принципе, сейчас пойдем на мелкие левела. Зачем нам топы? Так, атака. То есть он работает, вот он кинул. По зданиям может работать, по героям. Так, сейчас заморозим всех. Ну, упал в стан. То есть он, как видите, бьет три цели и сразу же их гоняет в стан. Ну, как-то так. Герой очень старенький. Единственное, где его можно использовать, это какие-то боссы, которых можно застанить. И там есть у нас в лабиринте гоблин, который тоже станется. Вот это единственный вариант. А так, жизни, как видите, очень мало. И где-то его использовать вообще беспонтово. Давайте еще на кого-то нападем. Причем он второй эволюции, но приходится использовать магию нападений. Ну, тут у нас есть Фрея даже. Ну, давайте так попробуем. Кидает молоточки на них. Урона, как видите, не особо много. Он не дамагер. Единственный плюс то, что у него нету кулдауна умения.
То есть ему надо набирать быстро энергию, и в принципе он сможет туда все время перманентно станет. Так, хорошо. Побежали, посмотрим, что у нас меняется на... В 10, 11 и 12 скилле. Так, на десятке 330% урона, 3 цели в радиусе действия, ввергая их в кому на 3 секунды. 3 случайных, ввергая в кому на 3 секунды. На 11 360% получается у нас плюс 30%, уже 4 цели и комы 3,5 секунды. Ну и на максималке у него еще плюс добавляется 40% урона. То есть фактически изменений особых там мы не увидим. Единственное, больше на полсекунды стана, но это даже незаметно. Так, ну что, поехали. Сейчас немножко подфармим золото. Так, ну где все жирные с золотом? Вот. Есть. Чисто такой герой, не знаю, для фана единственное. Может, на начальных аккаунтах его еще можно использовать, но дальше в топе вообще бесполезно. Так, есть. Идем, прокачаем его на 11. Опять золота не хватило. Да что такое? Первые дни кризис не только от архидемона, кризис от того, что, наверное, многие качают и героев. Герои в этой новой локации действительно есть интересные. Так, есть. Еще раз 1 и 2. Так, есть. Ну, теперь он у нас должен иметь 11 скилл. Уже будет 4 цели. Побежали тестить. Да, понятно, все, здесь можно даже не бегать. Будем здесь выбирать людей. Да что такое, ну? Вот так вот заглючило. Что-то последнее время опять начались лаги. Так, есть. Давайте где-то отсюда его запустим.
Вот как видите, у нас уже полетело не один, а летит и сразу 4 молоточка. Это в принципе плюс 4 цели. Но это все равно общую картину не меняет. Герой реально слабенький. Умирает сразу, причем даже не знаю, таких героев как тестить просто непонятно. Так, только на слабеньких противниках. Как видите, он не бьет по героям, поэтому тут тоже получается минус. Ну, 130 тысяч ударил. 200. Ну, под магией, правда. Ну и что, кого он слил? Гаргула и Ареса, ну... Как-то так. Так. Делали бы ему там какие-то интересные особенности дополнительные. Как видите, они добавляют в последних обновлениях плюс одну цель. Это в основном на какого-то героя. Там редко кому добавляют еще какие-то специфики. То есть, например, там утекание, какое-то дополнительное восстановление. Что-то они не хотят. Более... крутых скиллов. Так, ну чё, побежали качать его сразу же на 12-й, чтобы уже полностью закрыть эту всю локацию. Так, не хватило нам значков почета, ничего себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Фигню я, конечно, сделал. Ну ладно. Да-да-да. Ну вот все, максимальный уровень у него. Идем смотреть, что у нас изменилось. Ну тут можно его испытать. А, тут есть стрелок, да? Ну видите, две плюшки и все, его просто нет. Это я не знаю, зачем таких героев вообще брали бы их там, не знаю, как-то усовершенствовали, не открывали новых героев, а давали какие-то, не знаю, дополнительные возможности именно таким героям, которые давние уже. Сейчас он их затащит. У 81 тысяча, ничего себе. Жесткий. Я даже не знаю, ну, это чисто так, как и синий зелень.
прокачать ради прикола и не более. Потому что такие герои, ну я не знаю, кто там использует. Наверное, единицы на сервере. Если бы он сразу кидал по героям, еще куда ни шло. А так он здание еще валит. Вот в этом проблема. Немалая. Ну, как видите, сливается сразу. Даже без понтовые его тестить где-то. Давайте еще кого-то мелкого найдем. Ну, совсем мелкого. Ну, молоточки, конечно, он хорошо кидает, а толку от этого. Как-то так, в общем. Не знаю, пишите в комментах, как вам такой герой. Ну, я даже не знаю, это даже сложно назвать героем, наверное, это больше так. Чисто какой-то талисман, как и паладин, чтобы прокачать его, оставить там. Может, когда-то где-то он и пригодится с этим умением, которое будет с набором всегда держать противника в стане, но пока ему применений, в общем, нет. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.